Сегодня у нас субботний день. Мы пригласили всех выпускников SMT, Школы мессианской теологии, на получение дипломов или сертификатов по окончании этого курса. Сегодня у нас четвертый выпуск, и мы очень благодарны Богу за эту возможность. Вы слышите, как люди готовятся к служению. Сегодня не просто будет шаббат, сегодня будут поздравления, сегодня будем видеть людей, которые прошли курс. Это 130 человек, и мы благодарны Богу за эту возможность служить здесь, в Зимбабве. Это скромное место, учительское, где мы находимся, было моим временем подготовки к учению, по преподаванию. Мы благодарны за это. И каждому, кто поддерживает нас и поддерживал нас в молитве, ходатайстве, может быть, даже финансово, мы очень благодарны Богу за то, что мы смогли это сделать. Четвертый выпуск. 7 лет служения в Зимбабве приводит целое движение в мессианских верующих в рост. И мы уже замечаем это качественно, серьезно, посвящением. Мы это так ценим. Спасибо вам за ваши молитвы и за вашу поддержку. Мы увидим, как будет проходить этот выпуск. Но до этого я вам скажу, что происходило до этого. Это много историй. Но уже, слава Богу, интересного уже больше и больше и больше. Давайте все вместе пойдем на служение. Вот люди подтягиваются на службу, готовятся, много делают. Видите, после собрания будет ужин или же обед для тех, кто приехали с разных мест, готовятся. И это собрание будет очень-очень торжественно. Люди пришли одеты красиво. Для них это целый праздник. Вот на этом колледже, вот на территории этого колледжа, Бог дал возможность проводить служение, обучение. В этом колледже Господь дал возможность людям приобрести видение. И мы очень благодарны за это Всевышнему. Идя по улицам таких вот домиков, видно, что люди очень старались, чтобы этот колледж был в чистоте, в благословении. Они подготовились к этому. Слышим это песнопение. И зайдем сейчас в зал, где готовятся к субботнему служению и к выпуску. Провели выпуск школы мессианской теологии. 130 человек получили сертификат. Сегодня, вот сейчас, вот выстроили все покушать. То есть, как всегда, есть хорошая новость. Одна, то, что мы получим сертификат. Другая еще лучше, что все покушают. И будет у нас такой вот ужин или обед. При том, как люди уедут дальше, поедут в свои города, свои поселки, кто откуда приехал. Некоторые нужно будет целый день ехать. Так что, друзья,
мы видим, что люди очень благодарны всему то, что происходило сегодня на служении.